Так, все-таки мы... А, нет! Нет-нет-нет! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Скорее, на камень! На камень! На камень! Да вот ты! Чупа-чупа-чупа-ча! Ух ты, какое классное море! Папа, папа, ты что тут стоишь? Да вот, на море любуюсь! Да это не море, это цунами! Что, цунами? Да вроде все спокойно. Вроде вода, ничего, цунами нету, все вроде нормально. Да, дочка, вроде все спокойно, посмотри, все вроде хорошо. Папа, волна идет! Где? Где? О, вижу, тебя смыло. Точно здесь цунами. Друзья, всем привет, и сегодня у нас новая карта, в которой мы должны добраться до самого конца, но нам будет постоянно мешать... Цунами. Просто цунами? Иногда просто, иногда мощное цунами. Попробуем выжить, и нам, походу, надо за что-то прятаться. Ребят, чтобы у нас получилось, давайте поставим лайк за 3 секунды, и мы начнем. 1, 2, 3. Хорошие денечки. С каналом. Папа. И дочки. Все, Ариша, дочь, пойдем. Пойдем, дочь. Все, ребят, мы сейчас будем... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Меня раскатало в дребезги. Как я понимаю, нам надо добраться сначала вот до этой штуки, до первой. Вот Ариша куда бежит? На нее запрыгни, Аришка, вот на эту штуку. Вот, черный камень. К нему бежим. Так, прыжки не помогают. Вода начинает отходить. Там начинается вода. Залази на камень и когда будет волна, подпрыгивай. Понятно? Просто вверх подпрыгивай. И все! О, получилось. Пошли к большому камню. Скорее. Ребят, вот здесь написано слева опасность. А это не опасно? Все, там вода набирается. Ариш, быстрее, пожалуйста, сюда. На остров. Давай, дочь. Есть, ребята, мы добрались. Надо прыгать. Нет, здесь мы вроде на высоте, нормально. Я прыгнула. Так, я пока не знаю. Риск, большой риск, 35%. Давай ждать. А давайте подождем. О, здесь, кстати, есть эти комнатки, куда можно занырнуть, спрятаться. Ну, пока ждем. Ребятки, прикольная как игра. В квадрате. Красный квадрат? Да. Да, только здесь вот волны идут. Риск 4%, пошли. Офигеть, очень маленький риск. Бежим до камня. Запрыгиваем. Быстрее, готовься подпрыгнуть. О, да, ты... Волна высокая, но мы должны перепрыгнуть. Раз, два, три. Есть, мы спасены. Пошли на большой камень. Риск 80%. А, все, сбросился риск. Идем. Какая-то монетка, я сейчас быстро заберу, не знаю, что это такое. Я забрал 10 поинтов каких-то, насобирал, классно. Так. Я на большом. Ты на большом, нам вообще никакая волна не страшна, мы будем жить. Мы просто не какие-то трусы. Тут какие-то лодки есть. Ребят, если мы погибнем, мы обязательно купим какую-нибудь лодку, наверное. Так. Они, смотри, плывут спокойно. А, вон, гигантский риск. Ребят, смотрите, сейчас такая волна будет мощная. Ой, подпрыгиваем. Бам-бам. Ребята, меня сломало просто. Дочь, ты где? Я. Ты почти развалилась. Подожди, я схожу в эту комнату. Так. Roblox Titanic. Это другие игры. Это разработчик, который создал карты. Кстати, если вы хотите, чтобы мы поиграли в какую-нибудь эту игру, например, падение самолета, Британик, Титаник, то Британик. Да, напишите в комментариях. А я сейчас посмотрю, что можно здесь купить и где. Так, чтобы мы с дочкой... Ой, мамочка, волна слишком большая, я к стене прижмусь. Волна... Фух, короче, если стоишь здесь, то ты в безопасности. Куда меня откинуло? Не знаю, ты вон валяешься. Где лодки продают? Нашел магазин лодок. Иду, ребята, купить лодку. Мы с дочкой поплывем. Итак, магазинчик. И здесь можно что-то купить. Давайте посмотрим, что. Лодка 200% скорости. Стоит... 75 поинтов. За поинты? А есть еще за 80 поинтов. Где? 250 поинтов. Вот это за 80. 40... А, так. А где поинты взять, ребята? Где здесь... Вот, поинты. Сейчас попробуем. Блин, ребят, я очень хочу купить даже, например... О, а что здесь за дырка? Эй, я хочу туда... Так, риск какой-то. Ничего не понятно, все на нерусском языке. Я вот реально хочу купить какие-нибудь поинты, а мне не дают. Хочу лодку купить. О, скафандр. 100 поинтов. Купить не получается. Ладно, попробуем так пройти. Дочь, ты где? Пошли? Пошли. Пока поинтов нету, вон девочка орет. А-а-а, сейчас ее смоет. Погнали. Ой, вода отошла. Нет, уходим, прячемся. Скорее, за вот эти, за синие шарики. Вот, здесь безопасно. Смотри, какая волна. Мы бы не спаслись никаким образом.
Какой-то сыр вырос. Ой, ничего себе, меня лупануло. Ты бежишь? Я боюсь. Это длинная волна была. Все, я бегу до второго камня. Ариш, я буду тебя ждать. Ой, папа, я боюсь, я не хочу. Давай, 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 давай. Вон идет волна, но небольшая. Сейчас я постараюсь, ребят, быстрее волны. Я сюда, чепок, чепок. Есть! Где доча? Дочу смыло, ребят. Давай, я тебя жду. Я бякнулась. Крякнулась. Кстати, от большой волны можно прятаться в боковых вот этих штуках. У меня уже 41 поинт. Папа, я успею до тебя добежать? До меня? Да, вода пока не идет. Я смотрю, воды нет. Воды нет. Ребятки, вот здесь вот видно, когда вода течет из тех краников. Если она течет, все, значит, сейчас пойдет волна и конец. Папа, а давай мы туда добежим? Есть. Да куда? До туннеля? Давай. Погнали. Раз, два, три, четыре. Shift жалко не работает. Шоп. Где-то в шоп надо попасть. Где этот шоп находится? О! Успели, отлично. Давай выглянем. Что, нормально тут? Вода! Вода, уходим, уходим. Сейчас будет капец. Вот. Большая волна. Волна, пока вода идет, пока не выходите. Вот сейчас. Все? Нет, еще. Все, погнали! Погнали! Скорей! Там, следующую, там да, водичка. Ой, маленькая волна бежит. Маленькая волна. Вот здесь на камешек встаем и подпрыгиваем. А! Аришка, ты давай, давай, вставай, дочь. Погнали, 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 погнали. Давай, давай, давай. Кто, доберемся мы сегодня до конца или нет? Давай, дочь, иди сюда, отлично. Мы сможем. Давайте на большой камень. Мы сможем. Да. Есть, уху, привет. А я на чувака встану, а ты на меня. Давай так давай. Вот. Ой. Что-то много воды идет, что-то много, мне это не нравится. Ой! Прыгаем. Что-то она куда-то исчезла. Вроде пронесло. Ты жива? Меня куда-то унесло. Ребятки, я проскочил сквозь волну. Мне повезло. Ладно, дочь, добирайся. Докуда сможешь, я поинты собираю. Раз поинт. Так вот. Эй, пацан, не трогай мой поинт. Хочу, чтобы потом лодку какую-нибудь купить. Вот здесь вот еще два поинтика сейчас. Я их соберу. О, еще один прилетел, ребят. Поинты сами прилетают. Тыкс, риск пошел. Смотрите, 30%. О, лодка. Погнали! Чувак, давай, греби! Раз, два. Смотри, Аришка, меня тут посадили на лодку, и мы плывем. Вот этот вот черненький пацанчик нас везет. Ой, волна идет. Ну, мне кажется, мы в иммунитете. А я нет, ну блин. Аришка, я тут на лодке. Ребята, я забыл дочку. Ее там смывает цунами. А, лодка кончилась! Фух, перепрыгнул вовремя. О, снова лодка? А как так? Так, мы плывем. Здесь столько поинтов. Так много поинтов. Так классно. Интересно, что будет, когда ты до конца дойдешь? Я не знаю, я на это очень сильно надеюсь. Ой, риск, 48%, ребята, риск. Ой, что происходит? Так, чувак там радуется. Давайте, пожалуйста, давайте мы дойдем. Вода, только не теки. Вода, не теки. Надо быстрее. Есть! И что тут? 100 поинтов дали. А ты здесь? Да чё ли? У тебя 179. Да, чё могу купить? Иди посмотри, я в ценах не разбираюсь. Сейчас. Давай, 179, ребята, чем купим? Ты можешь вот эту, вот нажми вот сюда вот и покупай. Сколько она стоит? 175. Давай, пошли. Есть. Пошли, как-нибудь вызовешь. Да, сейчас, давай, садись ко мне на лодку, дочь. Так, что, а куда она делась? О, другая, запрыгивай, скорей. Все на корабль, все вперед! Давай, морское путешествие, капитан корабля, вперед! Вперед! Ты видишь, там молнии какие-то еще. Ну давай, рули, ты че стоишь? Все, ребят, вот мы с Аришкой плывем, тут у нас Титаник. Классно, чувак нас везет. Йоу! Я, кстати, добрался до конца, и это очень круто. Сейчас постараемся и дочку Аришку довести до самого конца. Написано риск 86%, но ничего не происходит. Может, игра зависла и нам повезло? И мы сейчас все дойдем до самого конца. Чувак, рулила? Ты почему вырулил в камень? Запрыгивай, Маришка, места занимай скорей. Все места заняты. Папа, давай на мое место. Нет, Ариша, там иммунитет, садись. Все, иммунитет есть только когда сидишь. Так,
Все, я кого-то согнал со своего места. Все, ребят, мне ничего делать не надо, я только управляю. Давай вперед! Давай, ты руководи. Назад! Зачем нам назад, ребята? Нормально. Нам надо доплыть до конца, а Риша орет назад. Мне кажется, игра зависла, и мы сейчас спокойно пройдем. Все просто уже гуляют по этому цунами, и им всем классно, всем здорово. Все, наконец-то он рулит. Нет. Давай мимо. Мимо камня, чувак. Так, все-таки мы... А, нет. Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скорее, на камень. На камень. На камень. Да ты чупа-чупа-чупа-ча. Китайском сказал. На китайском просто. Давай, догоняй, Иришка. О, кораблик. Кораблик? У меня есть... А у меня лодка для одного. Ребята, но она быстрая. Так, достал, сел, поплыл. Ё-моё, она для одиночки. Но у нее нет безопасности. Ребятки, у нее нет безопасности. О! Кто-то меня тут бьет. В смысле? Кто тебя бьет? Лодкой тебя кто-то бьет? Нет, тут человек, когда вот... А, вот, кокосик какой-то. И что, как он тебя бьет? Чем? Вот, смотри, вот тут появляется кнопка бить. Да ты чё? Да вот за этими штуками. Негодяй. Ой, ой, быстрее. Есть! Я забрался, ребята, вы видели в последнюю моменту. Так, помчали. Нет, еще одна волна. О, моя лодка выдерживает такие волны. Мелкие. Так, собираем поинты, чтобы купить новую лодку, где я смогу возить с собой Аришку. Ты докуда? Тот чувачок тебе не помогает доехать? Пока. А, я сажусь, все, села. Дочка, молодец. Так, я здесь вроде... Неужели я дойду до конца, ребята? Неужели я сам сейчас... Нет, по-моему, не дойду. А, дойду. Нет, не дойду, дойду. Дойду, не дойду. Не дойдешь, дойдешь. Дойдусь? Да. И... Дойдусь. Ю-ху! Есть! Папа, почему мне? Есть, плюс 50 поинтов, ребятки! Уху! Место... У тебя 142. Ну, маловато, да, для суперлодки? Давай, я вас догоню сейчас. Да. У меня скоростная лодка, я тут собираю поинтики. По 5. О, серые 5 поинтов дают. Не, я проехать мимо не могу. Это очень хороший заработок. 5 поинтов, уже 157. Отлично. Эй, девочка, извини, этот поинт я заберу. О, это 10 поинтов, золотые поинты. Так, это серые 5 золотые поинтов. Золотые лучше всех. Да, 10. Десяточка сразу падает, как будто... 5 поинтов собрал, как будто прошел уровень. Классно, так, 1, 2, 3. Отлично, ребятки, у меня уже 200 поинтов, Аришка. Он нас догоняет, да, я вас догоняю. Я злой папа пират. Ой. Ну, тебе не повезло, а нам повезло. Не знаю. Ребята. У тебя голова не убит. Я делаю боль. Ну, слушай, 209 поинтов, это очень круто. Что я могу купить? О, посмотри. А я тебе, если что, буду подсказывать. Давай, ты где? Я не тут. Ты там плывешь? Да. Ариша плывет, да нет, ты плыви. Давай, нажимай на любую лодку. Вот та вот лодка меня интересует, большая. 250, у тебя нету. Все, надо ждать до большой лодки. Вот смотри, какой у чувака. У чувака есть большая лодка, все. Погнали, давай, вперед. Мы скоро заплывем. Давай, Ариша сейчас доплывет. Слушайте, а лодка-то одноразовая. Ариша, у меня ее уже нет. Да? Да, если я погиб, то все. А, если я погиб на лодке, видимо, надо вставать во время цунами, чтобы лодка не погибла. Мы доплыли. Поздравляю, тебе сколько дали? 75. Дали? Да. Классно, ребята, она молодец, она сделала, она доплыла. Если кто-то лайк не поставил, поставьте, поддержите Аришку. А у нас идет мегаволна, и мне кажется, мы сейчас выдержим. Нет. Иммунитет тут не работает. Хана мне. Все. Друзья, очень прикольная игра. Мы сегодня прям отлично накупались в море, когда нас смывало... Цунами. Да, я приобрел классную быструю лодку, которую у меня смыло... Водой. Цунами тоже, да. Нет у меня больше лодки. Я копил деньги и все, смыло водой. Вот, тут волны все еще ходят и ходят. А вы сегодня были на канале... Папа и Дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка. А, Иришка. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока.